Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается момента исчисления налога на добавленную стоимость. Именно данный вопрос был рассмотрен Минфином России в своем письме. А именно, была рассмотрена ситуация, когда в договоре имеется условие о моменте перехода права собственности. И был задан вопрос, влияет ли данное условие на момент исчисления НДС. Так вот, по мнению Минфина России, данное условие никаким образом не может влиять на момент исчисления налога на добавленную стоимость. И в данном случае налогоплательщику следует руководствоваться общим моментом, который установлен в главе 21 КРФ, а именно, что соответствующая обязанность она возникает на дату отгрузки товара. Сказать, откровенно говоря, прав ли Минфин, либо нет, без анализа невозможно. Действительно, нужно посмотреть, поскольку, конечно, ситуация, когда право собственности на товар еще не пришло, эта ситуация ставит достаточно много вопросов, как в гражданско-правовом аспекте, так и в налоговом аспекте. Но в любом случае, налогоплательщикам следует учитывать данное разъяснение и либо им руководствоваться, либо, если они считают по-другому, учитывать, что у них возникают налоговые риски. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.